Доброе утро! Главное культурное событие Югры пройдет на этой неделе. Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» будет идти с 22 по 28 февраля. Зрителя ждет невероятное открытие фестиваля, рок-опера и поэтические вечера. Ну и, конечно же, просмотр программы фестиваля. Какие еще культурные события пройдут на этой неделе, расскажет афиша Югры. В Нягинском театре премьера 26 февраля спектакль «Турандот». История о жестокой красавице, китайской принцессе Турандот, которая не желает выходить замуж. Своим потенциальным женихам она придумает невыполнимую задачу – разгадать три труднейшие загадки. Кто не угадает, того казнить. Хотелось нам в художественном смысле создавать какой-то мир Китая и вообще играть в него. Мы думали о том, мир прошлого ли это, настоящего или будущего, и все-таки сошлись на том, что это такое будущее средневековье. Как будто мы отсылаемся к фактурам, костюмам, миру Китая прошлого, но при этом пытаемся его осмыслить в 2021, 2022 и далее годах. В рамках кинофестиваля «Дух огня» 23 февраля в Ханты-Мансийске в концертном центре «Югра Классик» ансамбль «Млада» представит уникальную программу «Песни кино». Основой музыкального коктейля станут киношедевры, которые будут сопровождаться световыми эффектами и видеопроекциями. Все это гарантирует незабываемое впечатление от шоу и создает волшебное ощущение праздника. Ханты-Мансийский театр обско-угорских народов «Солнце» 26 и 27 февраля приглашает зрителя на спектакль «Запретный лес». Где-то далеко в Африке есть запретный лес, в который никто никогда не ходит. В нем обитает Гинару, царь гинеев и лесных духов. И по закону жанра находятся смельчаки, которые нарушают этот запрет. В спектакле будет много живой африканской музыки, танцев и песен. Драмтеатр Нижневартовска 27 февраля играет драму Васса Железнова. Спектакль наполнен внутренним противоречием. Все герои будто не слышат друг друга, живут собственной, обособленной жизнью. Постановка заставляет рассуждать над тем, как каждый из нас относится к своим родным, коллегам и делу. 27 февраля Васса Железнова от драмтеатра Нижневартовска. Не пропустите. Дуэт баянистов Сургутской филармонии представляет премьеру концертной программы «Платформа Light» 27 февраля. Чемпион Кубка мира среди аккордеонистов Ринат Валиев и лауреат всероссийских и международных конкурсов Петр Мазурик опровергают сложившиеся стереотипы о баяне и по-новому раскрывают возможности инструмента. Музыканты решили уйти от камерности и придать концерту мощное децибельное звучание. Культура в переводе с латинского означает «возделывать». Возделывайте в себе любовь к искусству и культурной вам неделе.